surprise, motherfucker. Всем привет, друзья, с вами Мистер Билл, это моя рубрика по 500. Этой рубрики давно не было и, наверное, бы в ближайшее будущее не было, но мне скинули замечательный реплей, мой подписчик Владос, вот он же также стоит в моем клане, и я решил его снять и решил так сделать, что если у вас есть подобные реплеи на такое же количество медалей, которые вы видите в конце, ну, в общем, хорошие прям, колобановые и прочее, скидывайте мне их, я буду записывать на них видосик. Ну, а голду буду скидывать со временем, то есть не сразу, как видос выйдет, а через какое-то там время, как только у меня появятся финансы, сразу буду закидывать вам голду на аккаунт, вот. Сегодняшний бой у нас замечательный, в общем-то, в какой-то степени. Вы увидите, что такое фарт World of Tanks и почему мы играем, в принципе, в эту игру, когда у тебя уже выделяется самый крутой наркотик, это адреналин, руки трясутся. Ты просто сидишь весь мокрый, потный, руки трясутся, ты просто в ожидании, и это все в этом бою будет, и мы все это увидим. Начало у нас такое себе, герой немножко постоял, возможно, или интернет медленный, или чаечек пьет, или еще чего, или решал просто куда поехать и что делать. Ну, в общем, начало он не поехал никуда, и поехал потом у нас на первую-вторую линию помочь здесь нашим союзникам. Ну, могу сказать, что начало не очень такое интересное, ничего особенного здесь не произойдет, герой играет на фугаснице. Когда я прокачивал этот танк, это было бы странно, потому что в тот момент не было никакой фугасницы и таких фугасов, и такого урона они не наносили. Сейчас же они есть, и на них играют, как ни странно, многие, на фугасницах именно. Так, пока что здесь ничего интересного не происходит, но я вас могу заверить, здесь будет много чего интересного в этом бою. Выстрелил, промазал по четвертому пазику. Ну, нормальное явление с фугасницей, это с таким разбросом попасть, в общем, довольно сложно, кого-то не было, тем более с такого расстояния. Пока что у нас 1-1, ничего интересного вроде бы не происходит, стоит себе, стоит, выцеливает, да, наш герой в топе. Ну, по крайней мере, на 6 уровне, среди 7 и 5 можно сказать, что, ну, можно сказать, что в топе, потому что 7 не так-то уж и много. Тем более, одна из 7 это арта. Стоит, выжидает, а союзники так потихоньку кончаться начинают, как ни странно, да, такая. Начинают кончаться по чуть-чуть союзники. Один ушел, второй, третий, четвертый. Никуда не все уходят. Интересно. Выстрел не попал. А союзники-то союзники по-прежнему куда-то уходят. Смотрите, как, а? Собирают вещи и сразу на выход. Итого у нас уже 2-6, а у нас еще 0 урона. Что же будет дальше, интересно. Ну, в большинстве случаев сейчас бы убили всех союзников и потом приехали и растерзали нашего героя. Но тут не совсем большинство, так скажем, не совсем тот случай. Итого у нас уже 2-10. Замечательно все идет. Союзники молодцы, очень бодро умирают. Прям вот, знаете, спортивные такие умиратели союзники у нас. Наш герой решит вернуться к базе, потому что, скорее всего, возле базы сейчас все будет там происходить, поэтому он оттягивается обратно. Понятно, что базу будет захватывать, по тому флангу не осталось ни одного союзника, ни одной союзной машины. Возвращаемся, видим Шкоду Т-24, на 182 фугасиком зарядили, хорошо. КДшка 11 секунд, на этом уровне, конечно, долго, но при уроне, при том уроне, который могут выдать эти фугасы, это на самом деле ерунда. Наш пазик помогает нам здесь немножко, выезжает у нас, ай, до свидания, на Шкода. Прощай, дружище, ты, конечно, глупо выехал. Ну, Шкода у нас тоже проехался по стенке, это наша замечательная картошка, все мы так ездили. Т-67 впереди у нас еще, 13.75. На самом деле, 13.75 здесь мог порвать бы всех и вся один просто, отличный танк. Но не в этом случае. Т-67 стоит, прячется, не можем выехать, упираемся в какие-то ошметки зданий. Потихонечку. До свидания, дружище! Ушел в ангар. Все-таки у фугаса здесь урон, по-моему, 400 с копейками. Как бы для этого уровня это на самом деле много. Наши союзники потихоньку тают. Это вот у нас уже осталось трое. Ну, казалось бы, блин. По нам стреляет ВАЗик. ВЗ 31 ГФТ. Здрасте. Едет. Прямо к нам в наши лапки. Но нет, он умный. Он стал за препятствием и будет нас выцеливать. Кидаем ему, и казалось бы, снаряд полетел хрен просы куда, но мы каким-то образом попадаем.
еще на 196 урона, приезжает 13.75, и вот здесь я немного не понял. В моем случае, если бы я был на... сейчас на 3-4, меня просто выехали и убили бы. Если бы я был на 13.75, я бы не стоял бы и не тупил бы, я бы просто ворвался бы и расстрелял бы весь свой барабан, и в принципе, скорее всего, убил бы. Ну или максимально бы приблизил этот момент. Но 13.75 почему-то, видать, немножко даун или что-то ближе к тому, и действует как-то непонятно, короче, в этот момент. Абсолютно не ясно, что он делает. Так, продолжается у нас здесь все. Нас пробивает 13.75 разочек. Приезжает еще и ГФТ сюда. Я вот тут тоже не понимаю, обычно они бы въехали просто толпой и порвали. Почему они боятся, что они там стоят? Ну, в общем, красные игроки, тут все понятно. Тем не менее, у нас уже 1300 урона, и у нас два фрага пока что всего лишь. Выцеливаем. 190 урона, просто вот, куда-то в личке. У меня бы это стабильно было бы выстрел по каким-нибудь бетонным плитам, короче, ни попадания, ни пробития, ничего подобного. Убиваем его тараном, но он успевает нам прописать. Три фрага у нас есть. 13.75 опять делает какой-то дичь. В принципе, непонятный, вообще непонятный для меня игрок. Вроде бы более-менее, ну как, рыженькая статистика, но все-таки, но что-то он какой-то совсем нерешительный. Ну, отлично, то танки. До свидания, 13.75. Сбоку у нас стоит штук. Явно хочет нас убить. Вот. И в принципе, знаете, если бы он ворвался все время, ему бы это удалось, но он забирает бан. Выезжаем, выцеливаем. Ай-яй-яй, 149. Но тем не менее. Приезжает Т-67. Опять вот здесь не понимают, почему Т-67 нас не добил. Вот сейчас он бы спокойно мог нас добить. Все, один выстрел, мы в ангаре. Но он почему-то берет и уезжает. Как так может вести? Это просто... Владос, это дикий фарт, я тебе сразу скажу. Такого не бывает. Это из разряда фантастики. Штук не попадает. Т-67 не стреляет. Мы выезжаем, его забираем. Это просто халява. Друзья, это халява. Такого не бывает. Подкрутка однозначная. Просто Владос подкупил по ходу ВГ. Ну это, блин, Unreal просто. Как такое может быть? Чтоб союзники настолько тупили, не врывались толпой, не попадали. 122 фугаса. Еще что-то там ломаем. Ну, скорее всего, гусеницы, может быть, еще что-то, ствол там или еще что-нибудь. Остается штука, остается одна ЛТ-шка, которая могла бы уже сюда приехать и нас убить, опять же. Потому что у нас очень мало ХП. Остается арта, которая тоже могла бы приехать и нас убить. Но никто не едет, как ни странно. Выезжаем и убиваем штука, который мог нас убить, но не смог этого сделать просто. А, 6 фрагов, это просто фарт, я не знаю. Вот именно ради таких боев, в принципе, люди играют в World of Tanks, потому что, зная по себе, обычно после такого руки просто труситься начинают от адреналина. Это, блин, это лютый фарт на самом деле. Остается две машины у нас, остается ЛТшка и арта. Наш герой решает не рисковать, потому что, как бы, ну зачем, да, неизвестно, где ЛТшка, сколько у нее ХП, вот, и также неизвестно, где арта в данный момент. Поэтому он решает просто идти, тем более, что они знают, где он, по крайней мере, где он был, потом вполне возможно идут к нему. Боевая эффективность у нас уже 23 тысячи, ВН-8 у нас 8228, очень неплохо, на самом деле, для этой машины. Вот, ну, все равно я не понимаю, честно говоря, эту машину на фугасах, как бы, ну, наверное, круто, но, как бы, не мое. Я знаю, что многие играют на этом танке на фугасах, но как-то даже не знаю, я люблю более точные попадания, а на фугасах это все-таки машина ближнего боя получается. Вот, наш герой пишет, что его, у него уже трясет, вот, и союзники там ему как-то улыбаются, говорят, типа, дружище, типа, это адреналин, все норм, тащи. Вот, ну и наш герой продолжает тащить. Стоим, ждем, ЛТшки нигде нет, непонятно где, не выезжает, вот, короче, стоим, ожидаем. Друзья, ну если вы хотите получить 500 голды, кстати, скидывайте такой же реплейчик, такой же или лучше, или там чуть хуже, но на кучу медалек. И если вам не понравится, я его сниму, он выйдет на канале, и вы получите 500 голдишки. Такая вот ерунда. И не забывайте ставить лайки, там, дизлайки и подписываться на канал. Так, наш герой решает все-таки куда-то поехать, посмотреть, что здесь происходит. И вот она, ЛТшка, АМДшка. Он стоит и не пробивает нас просто. Это просто фарт. Это такой лютый фарт. АМД стрелял голдой, и он нас голдой не пробил куда-то там в борт. Это пипец фарт просто. Мы стреляем в него через дверь, которая, по идее, должна была остановить фугас, и убиваем его то ли сплэшем, то ли черт его знает, куда мы там попали. Но каким-то образом мы его убили. Кидает арта, но даже стан она не наносит, это слишком высоко куда-то по зданию бросила. Наш герой потихоньку решает ехать искать ее, потому что, ну, как бы неизвестно, где она. Единственный минус, артиллерия здесь быстрая, она может быть где угодно и может куда угодно переезжать. Но наш герой решает поехать, в принципе, к ним на базу, то бишь, либо захватить базу, либо убить артиллерию. Подъезжает по дальней такой линии, по второй.
по ЖДшке пытается объехать. Еще он выполняет какой-то ЛБЗ, я смотрю. Первую часть он уже выполнил, и по идее, если он победит и останется жив, он выполнит вторую часть. Точно отличная ЛБЗ-шка выполнит. Я не знаю, что это за ЛБЗ, какая-то шестая. Потихоньку едет на базу. На самом деле, Т-44-85 отличная машина. В свое время я на нем очень много катался, он мне нравился, вот. Но на обычной пушке, на фугасах, я еще раз повторюсь, на нем не катали. Едет на базу, пока никого не видим, ничего не светится. Ну, в принципе, можно забрать базу, я не знаю, что решит сделать у нас герой. Возможно, он не захочет гоняться за артой, если ее здесь нет. 5 минут. Так, на базе никого нет. Где же артиллерия, интересно? Куда же этот коричневый убежал квадратик? Ага. А вот и он. Мы его светим, он нас нет. Обзор у него чисто совсем херовый. Можно попасть, в принципе, но есть шанс промазать. Наш герой решает, походу, не рисковать. Сдает аккуратненько назад и хочет, скорее всего, объехать, чтобы заехать в жирненький квадратный зад, чтобы попасть наверняка. Да, именно так Владос и решил. Ну, в принципе, правильное решение, чего рисковать. Время еще есть, вполне хватит времени, чтобы объехать. Где он стоит, ясно, он нас не светил. И навряд ли он будет уезжать оттуда, раз он уже так стал. Он нас ждет, что мы приедем и будем становиться на захват. Наш герой объезжает аккуратненько. Сокращает по боковой улочке. И сейчас мы въедем прямо в коричневую сладкую попку. Ну-ка. Да, вот и оно, чудовище. Здрасте и до свидания. Отличный бой. Просто это Редли Уолтерс, друзья. Вот, блин, это замечательно. Сейчас посмотрим, давайте, результаты этого боя. И вот такие, друзья, у нас получились результаты. Мастер, естественно, вот здесь, ну, понятное дело, такой бой мастера не дать, это грех. Заговоренный Костолом, дуэлянт, огонь на поражение, непробиваемый, медаль Колобанова, медаль Редли Уолтерса, защитник, основной калибр и воин. 36 бонов мы получили, 2776 опыта. Чистого получается у нас 2005, весьма недурно, 2005 чистого опыта, не у каждого на аккаунте есть за 2000 чистого опыта. Вы, наверное, зайдите, проверьте у себя, да, у кого-то и больше, там у меня немножко больше, какие-то бои были, еще у кого-то, но у некоторых в среднем чистого опыта на аккаунте максимально там 1900-1600. Тут 2005 за этот бой, вполне себе очень даже и неплохо. Урона 2682, 8 фрагов, ну вполне себе, нет, получается вот здесь чистый, вот он чистый, да, 1542. Странно, почему там это ж вроде тоже чистый. А, это без премиума. Но все равно это вроде бы должен быть чистый опыт. Или бы это X2 был. Короче, непонятно. Ладно, 1000 получается 500 чистого опыта. 40... Это все равно немало на самом деле. Ни хрена для этого уровня. Вот. Команда сделала тут, ну, не то чтобы много, но очень быстро погибла. А вот наш герой прям настрелял прям очень много. Кстати, вражеская команда тоже довольно много медалей там она получала. Вот такой вот бой, друзья. 3-4 тысячи серебра мы нафармили. Вот. Весьма-весьма недурной, как по мне. А, за акции лишние боевые задачи, я понял. 1542 чистого все-таки получается. Но все равно неплохо. Вот. Вот такой вот бой, друзья. Если вы хотите получить тоже голдишку, присылайте мне вот такие реплеи с таким количеством медалек или больше там, чтобы, ну, чем больше медалек, короче, чем круче. Колобанова и прочее, чтобы бой был реально интересным. И получите голду. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайкосы, приглашать друзей там, не знаю, кто же играет в танки, либо в другие игры. Вот. Чем больше у нас будет, тем больше буду я делать такие интересные какие-то ивенты всякие забавные для своих подписчиков, в том числе всякие там на прем-танчики. Я думаю, это вам будет интересно. Вот. Все это я расскажу позже. Ну, а сегодня все, друзья. Всем большое спасибо. Ставьте лайк, дизлайк. Тем, кто застрелил до конца, особенный респект. Вот. Подписывайтесь на канал. Ну, и как бы все. Всем пока.